Повезло работникам транспортной сферы. Верхневолжское АТП повысило зарплату водителям автобусов Твери, Калининского, Ржевского, Старицкого, Кимрского, Зубцовского и Конаковского округов. При этом конкретные суммы будут отличаться в зависимости от муниципалитета. Так, в столице региона и Калининском районе базовая заработная плата при выработке в 180 часов теперь будет составлять от 62 тысяч рублей на автобусе среднего класса до 66 тысяч на машине большого класса. В Ржевском, Старицком, Кимрском, Зубцовском и Конаковском районах от 55 до 60 тысяч в зависимости от округа, в котором работает сотрудник. Как отмечают на предприятии, уже 15 ноября все водители предприятия получат зарплату с учетом обновленной ставки.